Добрый день, дорогие мои друзья! Я рада снова приветствовать вас на своем канале о творчестве, об интересных идеях по украшению дома и по интересному занятию с вашими детьми. И сегодня мы продолжим наши уроки. Как знаете, следующий год – год быка. И сегодня я решила показать вам, как легко и просто можно сделать символ года, интересную новогоднюю игрушку, либо детский такой брелочек на рюкзачок, либо просто какой-нибудь топер для праздничного мероприятия. И сегодня мы с вами будем делать из глиттерного фоамирана вот такого интересного и смешного бычка. Такая работа, дорогие мамочки, бабушки и сестрички, не займет много времени, а очень порадует вас и ваших деток. Что нам для этого надо? Нам нужно для этого глиттерный фоамиран. Я для себя взяла вот такого серебристого и розового цвета. Вы можете взять любых цветов. Нам нужно немножечко вот такого красивого желтого, золотистого фоамирана для того, чтобы оттенить ушки. Нужна небольшая такая ниточка, буклированная ниточка, чтобы могли сделать вот такую челочку нашему бычку. Нам нужно с вами сделать небольшой вот такой узелочком маленький шнурочек для того, чтобы можно было повешать нашу игрушечку либо на елку, либо на рюкзачок. И, естественно, нам всем нужно сделать еще выкройку, вот такую выкройку нашего бычка. Для этого, дорогие мои, я взяла небольшой лист бумаги, вот такой обыкновенный лист бумаги, сложила его пополам и сделала небольшой эскиз и вырезала себе вот такую мордашку нашего будущего бычка. Причем здесь мне нужно сделать как бы две выкроечки, две вырезки, потому что одна мне понадобится для тыльной стороны, для задней стороны нашей игрушечки, а одну мы с вами разрежем на отдельные части. Мы с вами разрежем на по номерам прямо. Номер один будут ушки, номер два будет голова нашего бычка. Не пишет мой карандашик. Номер два будет голова бычка. Вот здесь номер два голова. И сама мордочка номер 3. Затем мы все это вырежем. Итак, для того, чтобы сделать нам выкройку, нам понадобится вот такая обыкновенная такая палочка. Для того, чтобы мы с вами спокойненько могли из глиттерного фоамирана вырезать, начертить и затем вырезать наши заготовочки. Итак, первым делом мне нужно обвести вот эту мордашку. Вторым делом мне нужно будет аккуратно вот так вырезать мои ушки. То есть ушки я сделаю отдельно. И отдельно мне нужно будет сделать вот эту мою мордочку. Вот так. Мне нужно будет сделать мою мордочку обратной стороной. Я делаю заготовочки из серебристого фоамирана и из розового фоамирана. Мне нужно будет сделать, опять же, вот так, если я прикладываю, мне нужно сделать саму мордочку вот здесь. А затем я вырежу ушки. Все это обводится вот такой интересной палочкой. Аккуратно начиная, вот так продавливая фоамиран. И двигаясь дальше и дальше, чтобы мы могли обвести 1, 2 и 3 наши фигурки. Затем мы все это будем вырезать. Итак, все мои деталечки готовы. Теперь, когда все готово, у нас есть жидкий силикон, либо какой-то другой подобный клей, и мы можем приступать к склеиванию наших деталей. Сначала нам нужно приклеить вот так нашу мордочку. Вот так я покажу нашу мордочку. И приклеить вот так наши ушки. Все
Все по порядочку. Я начинаю подклеивать. Когда мы с вами все подклеили и все у нас немножко подсохло, остались небольшие детальки нашего маленького бычка. Нужно подклеить к нему глазки. Глазки мы делаем на маленькие такие капельки. Опять же, жидкого силикона. Буквально одну капельку. Одну капельку и один глазик готов. Еще одну капельку, и второй глазик тоже будет готов. Вот так. И дальше вы можете посмотреть, как вам удобнее поставить эти глазки. Вот они. Затем осталось подклеить бычку наши волосы. Волосы тоже подклеиваем вот здесь сверху. И в завершении осталась еще одна маленькая деталька нашего творчества. Нам нужно взять цветные фломастеры и сделать бычку нашему ноздри и большой красивый ротик. Тут уже каждый рисует, как он может. Ну а мой вот такой символический, интересный, классный бычок из глиттерного фоамирана получился таким. Вот такая интересная парочка уже готова к новому наступающему году. Ну, а на этом наш урок сегодня и заканчивается. Всем вам удачи в вашем творчестве и жду вас на наших новых уроках. Всем пока-пока от меня, от Миланы и вот таких интересных новогодних бычков.